Кидал Федор Николаевич родился 10 марта 1925 года в селе Ястребово, ныне Белгородский район. Окончил неполную среднюю школу, работал в колхозе имени Ленина. В марте 1943 года призван в Красную армию. Наводчик орудия артиллерийского дивизиона 17-й гвардейской механизированной бригады, 6-й гвардейский механизированный корпус, 4-я танковая армия, 1-й украинский фронт. Гвардии рядовой Кидалов Федор Николаевич. 26 января 1945 года в составе расчета огнем обеспечивал форсирование стрелковыми подразделениями реки Одер. 17 февраля, отражая контратаку противника, нанес ему значительный урон в живой силе и технике. 19 апреля 1945 года погиб в бою. 27 июня 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР Кидалову Федору Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Награжден орденами Ленина Красного Знамени. Навечно зачислен в списке воинской части.